Здравствуйте, это «Вдох-выдох». Меня зовут Станислав Крючков. Я рад приветствовать вас на канале «Ходорковский лайф». Мы работаем для вас, чтобы важное не оставалось за скобками. Мы выходим с понедельника уже в дневное время. Обратите на это внимание. А к вам, каждому, кто сейчас присоединился к нам, у меня личная просьба. Подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, поделиться ссылкой со своими друзьями и знакомыми в социальных сетях и обязательно оставляйте комментарии. Это очень важно для того, чтобы независимая журналистика продолжала свою работу. Наш гость сегодня – украинец, человек русской культуры, которого наш министр обороны изъял из повестки русской культуры. Это кинопродюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский. Александр Ефимович, здравствуйте. Я благодарю за то, что присоединились к нашему эфиру. Я вас представил как российского продюсера и как украинца. Скажите, для вас гражданская или национальная идентичность вот сейчас, по прошествии этих двух месяцев войны и когда-либо прежде, это важная вещь? Она актуальна? Гражданская, пожалуй, да. Формально, мне кажется, не столь важно. Но для меня важно место рождения, для меня важна причастность к культуре. Вы правильно представили, я, конечно, украинец, я чувствую свое родство и особенности в драматические минуты жизни народа. Я вот немедленно, я даже для себя был удивлен, до чего эмоционально это оказалось. Я в эту секунду почувствовал себя, безусловно, украинцем. И с другой стороны, я никогда не скрывал ни в Украине, самое главное, не естественно за ее пределами, что я человек русской культуры, при том не потому, что я жил почти 20 лет в Москве, а потому что я вырос в такой семье, именно в Киеве, который был городом, естественно, включавшим в себя, как и большинство мегаполисов, многие сегменты культурные, в том числе и русские. И в Киеве сегмент российской и русской культуры был силен. Ну, чего уж греха таить. Собственно, мы всегда гордились тем, что Киев – город рождения не только всем известных Михаила Афанасьевича Булгакова или Виктора Платоновича Некрасова, выдающихся русскоязычных писателей, но и Николая Бердяева, и Марка Алданова, и Константина Георгиевича Паустовского, ну и так далее, и так далее. В общем, честно говоря, вот такое странное сочетание. Украинский, это украинец, политический украинец, со взглядами очень близкими тому, тем, которые на сегодняшний день объединяют украинский народ в целом, еврей по крови и человек русской культуры. Ну, собственно, вы же помните знаменитое высказывание Бродского, который на аналогичный вопрос ответил: еврей по крови, русский по культуре, американец по гражданству. А вот сейчас какие-то коррективы в эту триаду вы бы внесли относительно себя? Русская культура претерпела в вашем лице, в вашем восприятии самой себя некий ущерб, или вы разводите эти два пласта? Пласт политической вот этой трагедии, который наложился на нее, и пласт эмоционального сродства с нею, который, ну, очевидно, с ученичеством, с молодостью остается с нами. Нет, не развожу. И в этом смысле отличаюсь от очень многих своих друзей и коллег, которым кажется, что культура – это независимо существующий комплекс идей, практик, традиций, обычаев, которые существуют помимо политической сегодняшности, актуальности, всего того, что происходит сегодня на дворе. Мне кажется, культура является неотъемлемым элементом той жизни, которую проживает каждый человек, и общественной ее части, и гражданской, и политической. И в известном смысле культура несет ответственность за многое, на что оказывается способным и конкретный человек, и общество в целом. И мне кажется, после того, что случилось, ну, последняя фаза, я имею в виду полномасштабной агрессии Российской Федерации в Украину 24 февраля, нельзя ни в коем случае не говорить, в том числе и об ответственности русской культуры.
Не в том смысле, что она подготовила эту агрессию, это было бы слишком примитивно так говорить, но по меньшей мере не удержала человека, индивидуального российского человека и общества в целом, от скатывания в варварство, от того, что мы сегодня наблюдаем, чудовищные события, там Бучи, Верпене, Гостомеле, все то, что случилось с россиянами, которые убивают невинных мирных граждан, насилуют женщин. И об этом надо говорить. За это ответственно, мне кажется, в том числе и русская культура, которая не предостерегла, не помешала, не смогла. В этом смысле я чувствую ответственность и свою. Скажите, а является ли оправданием, ну, в некотором смысле, для этой русской культуры, которая не вынесла своего предостережения, то, что она в некотором роде была, ну, апроприирована, была задействована, была помещена в некое пространство политического давления. То есть последние 22 года – это годы давления на русскую, на российскую культуру со стороны пропаганды, давления оголтелого, всеобъемлющего. И в некотором смысле, говорим ли мы о культуре вот последних лет в том же смысле, в котором говорим о ней применительно к культуре Серебряного века российского, более раннего времени? Смотрите, мне кажется, что российская культура настолько многообразна и велика, что она включает в себя не просто сосуществующие, а борющиеся друг с другом сегменты. Но, условно говоря, сегмент, если мы говорим о близком мне кинематографе, который естественным образом является частью культурного процесса, то там существует и официозный патриотический мейнстрим и высказывания, художественные высказывания оппозиционных авторов, безусловно, оппозиционных авторов. И это все имеет непосредственное отношение к русской культуре. И я сейчас говорю о ней в целом. Если вы спрашиваете конкретно, является ли оправданием то обстоятельство, что сегмент высказывания оппозиционных авторов находился под давлением, что он существовал под фактически массовое неодобрение аудитории, в постоянном окрикивании, одергивании, отсутствии доверия, без фактически очень часто, за редким исключением, помощи государства и без внимания прайм-тайма федеральных каналов, то да, ну, наверное, сегмент, без сомнения, сегмент оппозиционной культуры, он несет иную ответственность за то, что случилось. И, вероятно, он имеет прямое отношение к тому, что в России, несмотря на тяжелые последние годы, но все равно есть вот эти 10, 20, а то и более процентов людей, которые не согласны, которые выходят и протестуют. И мне кажется, что к этому имеет отношение тот сегмент русской культуры, который напрямую адресовался этим людям, который честно и бескомпромиссно высказывался о состоянии дел в стране. И делал это подчас или, как правило, талантливо, ярко, неожиданно. Все те имена, которые известны международно, связанные, например, с русским кинематографом, это имена кинематографистов, без сомнения, честных. Но если говорить, возвращаясь к вашему первому, очень общему вопросу, о том, ответственна ли культура за происходящее и за произошедшее, я полагаю, по-прежнему, да, ответственна. Она может не нести вину, вина – это понятие морально-правовое, оно не может не быть индивидуальным. А вот ответственность может быть коллективной. И во многом то, что случилось, то, что не сумели противопоставить, несмотря на давление, завоевать доверие большого количества людей – это тоже ответственность, и она присутствует. И с ней нужно всерьез отрефлексировать все, что случилось. Просто сейчас плохой момент рефлексировать себя, русскую культуру и тех, кто в ней работал, потому что умирают, погибают невинные люди, мирные люди в Украине. И мне кажется, каждый раз мною овладевает чувство неловкости, когда вот сейчас мы начинаем разговаривать и рассуждать о проблемах и сложностях русской культуры,
Потому что сейчас идет чудовищная кровавая война. И погибают те люди, которых убивают, гипотетические зрители, читатели, воспитанники, в том числе и русской культуры. Я имею в виду российскую армию и тех, кто сегодня, на сегодняшний день воюет. Да, я понимаю, что эти люди, скорее всего, не были читателями и зрителями того кинематографа, которым гордилась и гордится Россия. Да, я понимаю, что они воспитанники этого поколения, воспитанники того класса циничных, жестких, лишенных какой-либо системы моральных координат, политиков, пропагандистов, военных, вот, которые ну, точно очень далеки от культуры. Но тем не менее, повторюсь, если культура является тем необходимым элементом, который превращает, удерживает, вернее, индивидуального человека от зверства, в этом же, собственно говоря, один из ключевых механизмов культурного воздействия, механизм смягчения нравов, выработки толерантного отношения друг к другу, уважения, всего того, что не приемлет ксенофобию, расизм, шовинизм, радикальный национализм и так далее, и так далее. Вот с этим, судя по всему, большие проблемы у русской культуры. Но говорить об этом, мне кажется, нужно значительно более объемно и глубоко по окончанию фазы войны, когда перестанут убивать людей. В текущем моменте ключевым вопросом для вас остается вопрос о том, как можно помочь тем украинцам, которые оказались сегодня без дома, без возможности общения с своими близкими, а кто-то и просто этих близких потерял. Вот у вас есть ответ, что каждый из нас, украинцев, россиян, белорусов, всех тем, кому не безразличны, всех тех, кто не стал жертвой российской пропаганды, иной пропаганды, помочь им. Вот на уровне ответственности каждого, на уровне реального дела, у вас есть алгоритм, самый общий, самый простой, с чего можно начать? Вы знаете, этот вопрос ваш очень хороший, он имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорили раньше. Вот это должно быть внутри человека. Я неоднократно вот за последние 2 месяца бывал, например, в Польше. То забирал своих родственников из Украины или напрямую из Польши, и когда они пересекали уже границу, то помогал другим беженцам, то отвозил кого-то, встречал. И я вам скажу честно, поляки меня потрясли. Везде стояли, вот начиная с конца февраля, десятки, сотни, тысячи людей, которые держали в руках таблички «Предлагаю дом». Украинцы не живут, там 2 миллиона, чуть немногим больше, беженцев в самой Польше. В основном женщины и дети. Они не живут в гостиницах, они не живут в санаториях, они живут по домам у поляков. Поляки их принимали, поляки их кормили и продолжают это делать. Поляки помогают искать работу, потому что нужно подрабатывать и зарабатывать на жизнь. Поляки помогали детям осваиваться, оформляться и идти в школу. То же самое происходило и происходит в Германии, во Франции, в других странах Европы. Это не позиция правительств. Это не позиция муниципальных властей, хотя они все способствуют, без сомнения, способствуют сам факт, что украинцы могут перемещаться по Европе бесплатно, с украинским паспортом бесплатно. Что когда приезжают украинцы, им дают, например, в Германии бесплатную мобильную связь, что, естественно, можно въехать с обычным гражданским паспортом. Это помощь правительств. А вот то, о чем я говорил чуть ранее, о том, что они живут, и о том, что им помогают во всем, это помощь отдельных людей. И это следствие в том числе и культуры. Это в том числе и ответственность культуры. Это понимание огромного количества людей, что иначе поступать неприлично, нехорошо. Я знаю очень много россиян, которые действуют сходным образом. Я знаю, например, в Тбилиси и общался несколько раз с фондом, собранным волонтерами. Я разговаривал с девушкой, которую зовут, я прошу прощения, не назову, чтобы не перепутать, но они создали очень большую организацию, в которой участвуют и россияне, и украинцы,
и граждане других государств, которые помогают вывозить из Украины беженцев. Ну, например, там много людей больных, возрастных, им очень тяжело. У меня, например, моя 85-летняя родная тетя из-под бомбежек Харькова, она харьковчанка, как и большая часть моей семьи, я-то киевлянин, и там с другой стороны все киевляне, но большая часть моей семьи харьковчане. Вот она харьковчанка, и они попали под бомбежку, она попала под бомбежку, жила одна. И дом ее не разбомбило, но от взрыва рядом, соседнего дома, вышибло все стекла и пробило дыры в стенах. И она ночевала несколько дней в кладовой. Короче, удалось договориться, ее вывозил автобус Красного Креста. Она ночевала вместе с такими же, как она, людьми, там в подвалах, укрытиях, бомбоубежищах. Несколько суток, прежде чем я ее встретил и забрал. Так вот они, эти ребята, этот фонд, созданный в Тбилиси россиянами, он вывозит людей, они помогают деньгами, они, так сказать, потом находят тех, кому помогли, проверяют. Медицина. Очень много такого есть. Я вот знаю, сейчас не буду называть очень крупных отечественных бизнесменов, крупнейших, которые, например, в силу того, что когда штурмуют Мариуполь, то раненых, русская армия, если находит раненых, она отвозит в Донецк. И там, например, несколько детей, оставшихся раненых детей, там, лишившихся ног, рук, в прямом смысле, оставшихся без родителей, родителей убили. Так вот, мои друзья везли через Россию их дедушек и бабушек, чтобы они забрали своих внуков, вывозили их в Турцию в больницы, в клинике, чтобы там протезы делали и так далее, и возвращали обратно в Украину или куда они хотели. И это делают. Есть те, кто находит способ финансировать как-то. Мне кажется, это внутренняя потребность. Вот только что мне мой товарищ, простите, мой коллега говорил, ну что просто до такой степени тошно иначе жить, не делая ничего. Они там делают что-то, это в Грузии волонтерское движение, собирают, помогают украинцам, которые там в основном мариупольцы. И так далее, можно и так сказать, далее. Мне кажется, движение абсолютно всеобъемлющее. Таких людей много, и конечно, не только в Грузии. Говоря о координаторе, возможно, вы имели в виду Алину Музыченко. И, кстати, друзья, я нашим зрителям напомню, есть проект «Рассвет». Описание к нему вы можете увидеть в нашем виде. Это помощь украинцам, украинским беженцам, которых так или иначе нужно обустроить в домах. Это ровно то, о чем говорит Александр Ефимович. И проект «Ковчег» – это отдельная история, которая помогает русским, которые тоже в силу своей идеологии остались в ситуации безвыходной, по сути, на родине. И покинув ее, быть может, не обрели того счастья, к которому стремились. С детства, да, мы пойдем дальше. Я вот, чтобы не оставаться, ну, в некотором смысле, в поле спекуляции, поскольку вы человек все-таки культуры, да, и во многом именно с этого боку правильнее будет заходить, хотел вот о чем вас спросить. Поколение, которое сейчас воюет в Украине, на русской стороне, на российской стороне, оно же ведь во многом было воспитано на советских и российских фильмах про войну. На идее победы. Мы сейчас недалеки от дня, когда в России будут отмечать эту дату. Со словами можем повторить. В детстве они играли в солдатиков, а повзрослев им говорили: не служил, не мужик. Вот это то эхо военного воспитания на идеологии патриотизма, потому что отчасти вы говорите вот об индивидуальной ответственности, но вы как продюсер принимали участие во многих проектах, которые вписались, возможно, в эту канву взросления этих людей. 2004 год, да, 9-я рота, поздние проекты, 19-й год, Сталинград. 14. Как сильно все 13. Это, на ваш взгляд, Александр Ефимович, повлияло на поведение тех, кто сейчас причастен к жестокости в Украине, в ее городах? Вы упомянули Ирпень, Бучу, разрушенный Мариуполь, в конце концов. Это звенья одной цепи или это разные штуки? Знаете, я, если разговариваю с украинцами, для того, чтобы не входить в сложную дискуссию, говорю: да, виновны, да, это связано, да, это часть общего дискурса.
который оказался ключевым во всей системе идеологической подготовки нынешнего поколения воюющего в Украине. Но поскольку мы с вами говорим и понимаем, мне кажется, значительно глубже и обстоятельства, и детали развития российской культуры последние годы, и всего этого идеологического кошмара, который в результате вот на сегодняшний день превратился в то, что когда-то удачно назвали ликующей гопотой, то можем чуть более углубиться. Ну, смотрите, во-первых, есть разница между, на мой взгляд, между советским кинематографом военным и постсоветским, вот кинематографом новой России. Советский кинематограф, особенно талантливая его часть, он был сделан людьми, прошедшими войну либо лично, как, например, Григорий Наумыч Чухрай, автор фильмов «Чистое небо» и «Баллада о солдате» или «Память», или заставших войну детьми, как, например, Элем Германович Климов, автор одного из самых сильных, страшных антивоенных фильмов истории «Иди и смотри», или его супруга Лариса Шипитько, автор фильма «Восхождение», одного из лучших фильмов в истории кино. Эти фильмы все без исключения у этих авторов были антивоенными, они были гуманистическими. Они никогда не были про «можем повторить», они всегда были про «никогда больше». Война в этих фильмах была неестественным, неприемлемым состоянием человека. Это состояние, по мнению авторов, по их гуманистическому утверждению в фильмах, и, соответственно, фильмы об этом и говорили, необходимо избегать, с этим нужно бороться. В то же время, ну, скажем, в новом русском кинематографе немало фильмов милитаристских, открыто милитаристских, имеющих непосредственное отношение к логике «можем повторить». Они рассматривают войну как один из возможных сценариев политического развития. А поскольку в целом в идеологическом дискурсе доминирует, извините за слова, такой имперский ресентимент, ностальгия по утраченной империи, по исчезнувшему огромному государству, то, соответственно, война, военная сила, мощь давних побед, литавры, знамена, парады на Красной площади является ответом на вопрос об этом оскорблении, нанесенном поражением в холодной войне. Собственно говоря, все то, что мы на сегодняшний день получили в качестве этой идеологической платформы, это ответ на поражение, по мнению авторов идеологии, в холодной войне. Не победа русского и других постсоветских народов, победа и освобождение от одной из самых несправедливых моделей общественного устройства, каковой без сомнения являлся вот этот вот утопический проект коммунизма, большевизма, сталинизма, развитого социализма и так далее, а поражением. И вот это поражение нашло свое выражение, в том числе и в этом самом ресентименте, со страстным желанием снова продемонстрировать свою силу. И в ответ на этот внутренний запрос появились милитаристские фильмы. Я, откровенно говоря, думаю, что этот запрос формировался сначала внутри общества, и потом далеко не сразу, точно не в 1944 году, когда мы снимали «Девятую роту», а много позже, уже под второй срок Путина, и даже вот скорее после начала войны в Украине, аннексии Крыма и так далее, нашел свое выражение и в идеологической платформе. Потому что «Девятая рота», мне кажется, все-таки при огромном количестве людей, так не считающих, я готов спорить, но мне кажется, что «Девятая рота» — это рефлекс на распад огромного государства и необходимость прорефлексировать его последний этап, его агонию,
последний этап истории, ответит на вопрос о тех, кто оказался жертвами этого распада, оказавшись заложниками агрессивной сначала советской политики, отправившейся воевать в Афганистан, а потом выброшенными, просто забытыми людьми в ранние 90-е. Об этом говорило много фильмов и сериалов. То есть, по большому счету, это фильм о предательстве тех самых парней, которых, как говорят сегодняшняя пропаганда, не бросают своих. А вот иной... Сегодня этот фильм никогда бы не случился. Вот представьте себе, что в сегодняшней России делают фильм о том, как командование отправляет на какую-то высотку подразделение и забывает его там. Они сражаются, и практически все погибают. Просто потому, что их забыли. Вы представляете в сегодняшней России такой фильм? Нет. Мне кажется, это невозможно. Нужно знать и пытаться понять. Мне это довольно сложно, но я предпринимаю усилия. А вот Сталинград. Ведь в названии вынесено то самое имя, которое для значительной части населения России является ассоциирующейся с трагедией, с убийствами, с жестокостью, с диктатом. И вот это название, оно отчасти, может быть, и привело к тому, отчасти, да, это не прямая линия, естественно, к тому, к чему привело. Нет? Слушайте, безусловно, мне есть что сказать. Ну, я не хочу просто оправдываться. Я вам скажу сразу, что на самом деле Сталинград частично, какой-то одной из важных линий, для меня очень дорогой, сделан вслед великому роману, великому роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Мы даже приобрели права в свое время на него, чтобы иметь право сделать историю о любви немецкого офицера и русской девушки. Потому что, опять же, в современном патриотическом кино враг не может быть очеловечен. Он враг. И это принципиально отличает кинематограф «Новый русский» от советского. В Сталинграде вот был в этом компоненте отсыл к старому советскому антивоенному кино. Признание за врагом человеческого. Желание рассмотреть в нем уставшего от войны человека. И в этом смысле он был много более человечен, этот фильм, сделанный для молодой аудитории. И мне кажется, гуманистичен, потому что, если вы помните, он еще и находился в рамке спасения людей после землетрясения в Японии, где, собственно, один из персонажей рассказывает историю своей семьи и так далее, и так далее. Но, повторюсь, я не хочу оправдываться. Я думаю, что очень часто фильмы, которые делались совершенно иными побуждениями. Больше того, не имели никакого отношения к заказу власти или тем более идеологов от власти. Становятся просто в силу меняющегося времени частью повестки. Той повестки, которая определяет на сегодняшний день состояние умов в русском обществе. И в этой повестке Сталинград, конечно, оказывается частью того бравурного, официозного, патриотического мейнстрима, который, понятное дело, стал одним из аккомпаниаторов вот этой вот самой, этого процесса, который привел к войне. Да, это без сомнения так. Хотя делался, понятное дело, он совершенно из иных соображений. Так бывает. Трагично, но бывает. К какой фразе вернуться, которая сейчас активно задействована российской пропагандой и которая была произнесена, может быть, 20 лет назад Сергеем Бодровым. Я, готовясь к этому интервью, посмотрел, что вы с Бодровым-старшим в феврале приступили к реализации проекта «Хан», насколько я понимаю. То есть вы поддерживаете эти связи, наверное, по родственной линии, да, вот по имели связи с Сергеем Бодровым. Сейчас всячески, в том числе и на машины военные, броневики эти, танки едущие, распечатывают эти слова наряду с буквами ВИТ и ЗЭТ, да, о том, что на своей войне ты должен поддерживать своих. Мне кажется, это
Такое пацифистское высказывание, по большому счету, примененное к иной войне и сказанное в иной ситуации, сегодня служит совсем неблагому делу, стал элементом пропаганды. И в этом смысле я бы хотел обратиться к вам как к человеку, знавшему Бодрова-младшего. Вот сегодня, это спекуляция очередная, но тем не менее, он бы произнес эту фразу в том контексте, который придается им, ему сегодняшней пропагандистской машиной. Это же имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорили раньше. Вот на самом деле еще интереснее для меня, как бы вел себя Балабанов, автор фильмов «Брат», «Брат 2» и «Война», из которых эти цитаты и выдернуты. Один из самых мощных российских художников 90-х и нулевых годов, самых непреклонных, бескомпромиссных, честных, человек, который сделал при этом и один из самых, на мой взгляд, сильных и важных русских фильмов постсоветской эпохи, я имею в виду «Груз-200», а вот, да и первый брат, необычайно талантлив, знал ли он, понимал ли он, что его фильмы станут частью этого самого идеологического дискурса, больше того, не просто частью, а они его возглавят, они его облагородят, они своими фразами его оснастят и будут там «вся сила в правде», и так далее, лозунгами эпохи. Хотя это, кстати сказать, фраза Махатмы Ганди, а не Данилы Багрова, героя фильма «Брат». Но вот это очень важно. Точно так же и про Сережу Бодрова-младшего. Я действительно очень близко и много очень лет дружу с Сергеем Бодровым-старшим. И был очень хорошо и коротко знаком с сыном. Вот. И вот я последний раз, когда вы упомянули, отвечал на этот вопрос, я сказал примерно то же самое, что и вы. Это фраза о том, что нужно сначала поддержать своих во время войны, а потом разбираться, она, на мой взгляд, выдернута из контекста. Речь шла о фильме «Война», речь шла о чеченской войне и о многом, о том, о чем говорил журналист тогда на Венецианском кинофестивале, когда он это брал интервью. И я сказал, что это неприлично выдергивать, это спекуляция, выдергивать фразы, сказанные тончайшим, интеллигентнейшим человеком, занимавшимся историей искусства до того, как он стал актером, а потом еще и режиссером, и это неприлично. После чего, когда интервью вышло, мне написал мой друг, его отец, Сергей Бодров-старший, и написал, что ты прав, я совершенно с тобой согласен. Серега, написал он, был умным и образованным парнем, он бы точно был на стороне правды сейчас. И я в этом не сомневаюсь. Равно как я и не сомневаюсь в том, что болезненно переживавший сложности российской жизни и истории Алексей Балабанов тоже бы не мог, вот, просто не мог, я в это не верю, поддерживать такого рода бездарную, кровавую, бессмысленную, нерациональную, подлую, лживую войну, какая сейчас идет в Украине, да еще и с Украиной. Да, он был со многим не согласен. Да, он сделал «Брат 2». Да, у него там есть «За Севастополь, вы ответите». Но это кино, и он делает про людей, которые, его герои, могли бы воевать. Он же про них и делает. Он же режиссер, который на самом деле не тождественен своим героям. Он выявляет противоречия в обществе. Он высказывается в отношении того, что зреет в этом обществе. Он видит, он предсказывает. В этом смысле кино всегда, талантливое кино, всегда пророчество. Он пророк, но это же не значит, что он боец за ДНР и ЛНР. Не верю. Но это мое мнение, вы правы. Любое мнение спекулятивно. Кстати, говоря о фронтовом кино и о наследии там, Климова, Германа, я вспомнил упомянутый вами фильм «Иди и смотри» и Алексея Кравченко, его глаза, его вот этот взгляд с обложки. А ведь Кравченко, по большому, это не о нем сейчас речь, но тем не менее, по большому счету принял участие и вот в том
ином дискурсе, да, дискурсе, где вот этот милитаризм, по большому счету, работал и лил воду на мельницу российской пропаганды. Кстати, о пропаганде. На минувшей неделе я записал интервью с 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым, и он... Кстати, можете это интервью посмотреть, оно прикреплено к ссылкой к нашему описанию, к нашему эфиру. Он сказал, что в России действует примитивная машина пропаганды. Как вы считаете, если пропаганда примитивна, так примитивна, почему она действует? Я не считаю, что она, во-первых, примитивна. И, во-вторых, я думаю, что пропаганда – это не более чем один из составных элементов того, что на самом деле стало основанием для формирования не менее и не более, чем картины мира в головах людей. Дело в том, что в нынешних условиях, в отличие от советских времен, у людей есть возможность получить любую информацию. У них есть доступ. То, что называется, к альтернативной точке зрения. Даже сегодня, когда уничтожены все независимые СМИ и закрыты все социальные медиа, все равно есть, например, YouTube, где очень много качественных, сильных журналистских материалов. И, собственно говоря, мы с вами разговариваем в YouTube. Соответственно, возможность их смотреть, думать есть. Но в этих обстоятельствах люди выбирают другое. Потому что речь идет не просто о пропаганде, а об ответе на их внутренний запрос, на необходимость сложить картину мира, удобную для них. Дело в том, что эта картина мира, она строится на самых сложных вроде бы механизмах пропаганды, то есть вот работы с аудиторией, но ориентируется на самые простые эмоциональные потребности. Есть психологическая потребность в уважении. И пропаганда говорит человеку: а мы тебя уважаем, ты представитель великой страны, той самой, которая спасла мир. Более того, и той самой, которая спасает его постоянно. И ей никогда никто не благодарен. Всегда завидуют, презирают, плохо смотрят, оскорбляют, не ценят и так далее. Я сейчас намеренно упрощаю, потому что язык простого высказывания оказывается необычайно эффективен в разговоре с аудиторией. И в итоге вот эти ежедневные ток-шоу. Вот мне очень многие говорят, когда я говорю, ну это пропагандистский нарратив. Они говорят, да я телевизор не смотрю. Так его и не надо смотреть. Это есть в воздухе, это есть везде. Это говорят люди. Они берут аргументы, системы аргументов откуда? Из телевидения, из радио, из Ютуба. У них есть система доверенных лиц, те, кому они делегируют свою ответственность за жизнь. Вот они верят лидеру России, президенту Владимиру Путину. Они делегировали ему себя и ответственность за свою жизнь. Они верят и доверяют тем, кто в интересах президента говорит и имеет в их глазах безусловный кредит доверия. Там будет ведущие популярные, авторы передач и так далее. Но это часть намного более значимой картины, которая имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорили чуть раньше, и к имперскому ресентименту, и к восприятию распада Советского Союза как катастрофы, а не освобождения, и к демонизированным инструментам со свободной жизни, к честным выборам, в которые не верят. Очень важный элемент, я забыл сказать, на платформе которого все строится, это цинизм, катастрофический, колоссальный, всеохватный цинизм, который не позволяет не просто людям самим во что-то верить, не во что-то, а в наличие принципов, ценностей, идеалов, но и вызывает их категорическое неверие в то, что эти принципы, идеалы и ценности есть у других. Они категорически все убеждены в том, что другие врут тоже, у них нет принципа, просто очень хорошо это скрывают. Александр Ефимович, а что касается базовых вот таких ценностей?
базовых человеческих ценностей, там любовь, добро, что такое хорошо и что такое плохо. Вот я видел, что в Телеграме вы обратили внимание на прозвучавшую буквально вот пару дней назад речь главы британского МИД Ли Страсс, которая говорит о том, что вот есть российские ценности, да, есть ценности российской элиты, а есть ценности западного мира. Вот ценности среднего российского человека, ну я не назову его обывателем, а человек, который... Ну, среднестатистические, да, они сегодня коррозировали настолько, что в ценностном мире Запада им больше не место. Они смогут когда-либо быть вновь встроены в эту ценностную матрицу? Это можно исправить? Ну, смотрите, во-первых, когда говорим мы слово «Запад», тут очень важно для многих оговариваться. Речь не идет о врагах-англосаксах, Великобритании и Соединенных Штатах Америки. Ну, например, за частью безусловной западного мира является Япония и Южная Корея. Они же очень специфичны в культурном и ментальном смысле, уж на что уж специфические культуры. И они стали частью этого мира, потому что это ценности, выработанные не западным миром, а человечеством, в итоге многотысячелетней истории, рефлексирующим в отношении кровавых войн, несправедливых конфликтов, коррупции и попыток многочисленных построить справедливое общество. На самом деле эти ценности не более, но и не менее, чем консенсус, выработанный множеством народов, позволяющим человечеству солидарно, то бишь совместно, преодолевать вызовы времени и обстоятельств. Отсутствие в этом солидарном труде или сотрудничестве России – это прежде всего трагедия самой России, потому что она исключает себя из современного мира, придумывая мифологическую, ушедшую в далекое прошлое систему координат, которая... Ну, возрождает все время демонов былых времен, начала 19 века, эпохи складывания национальных государств, формирования империй, или конца середины 20 века по итогам Второй мировой войны, когда требуется взгляд со стороны геополитических субъектов, договаривающихся о разделе мира. В этой системе координат, которую постоянно навязывают россиянам, нет места человечности и ответственности за свою собственную жизнь. Ответ на вопрос «Кто ты, гражданин Земли, который хочет счастья своей семье и строит жизненную траекторию, исходя из возможностей, талантов, потребностей своих близких» – это не ответ россиянина. Это, кстати, ответ украинца, но не ответ у россиянина. Потому что ему навязали чудовищную политическую, да еще с этой фактором этой всей геополитической трахемутии, прошу прощения, повестку, кто главнее, кто важнее. Все время это разламывающая современное человечество философия, которая на самом деле не оставляет будущего, мест пространства для будущего россиян. Вы спрашиваете, есть ли у них шанс? Ну, конечно, есть. На мой взгляд, есть. Но это шанс, наверное, сегодня достижим сложнее, потому что, судя по всему, нужен процесс покаяния, а затем перерождение внутреннее. Это возможно, это рефлексия, это не один народ проделывал. И японцы вышеупомянутые после Второй мировой войны, и немцы, о которых очень часто сегодня говорят. Но для этого, наверное, понадобится, к сожалению, поражение в войне, или другая национальная катастрофа, нечто, что станет поводом и основанием задуматься. Потому что пока внутренней толерантности, сочувствия, способности к эмпатии, к тому, чтобы понять через сложности других людей, через трагедии других людей, в данном случае украинцев, понять проблемы собственной жизни, изменить себя, а вслед за собой своих близких, а потом уже всем вместе и страну в целом, сегодня не получается. Так, поэтому мне кажется... Да.
Мне кажется, что нужен поп. Эта деструктивная философия завязана на конкретно персонажа, на Владимира Путина, который остается у власти. Вы тоже обратили внимание, я видел в вашем телеграм-канале, на публикацию Фрэнсиса Фукуяма, которая выпустила статью под заголовком «Почему Украина победит?». А многие говорят, что если она еще не победила, то уже нанесла поражение лично Владимиру Путину. А вот если такую тональность, ну, обобщающую, что ли, выбрать, на ваш взгляд, вообще выигрывающие в этой ситуации могут быть? Понятно, что кто-то должен понести поражение для того, чтобы это движение к обратной деконструкции, к обратной сборке пошло. Но вот выигрывающие они есть, они могут здесь быть. Вы знаете, ну, я стараюсь избегать этой, на мой взгляд, я очень не люблю геополитическую логику, в рамках которой вам бы какой-нибудь политолог опытный сейчас бы рассказал про бенефициаров конфликта. Потому что действительно есть те, кому выгодно истощение и ослабление России, особенно в ее нынешнем виде. А это очевидно. Ну, на данный момент, что тут греха таить, это всем западным странам, да и вообще цивилизованному миру, это необходимо. Ну, а как иначе жить? Это фактор дестабилизации. Нынешняя Россия – угроза миру. Ну, это же ясно. Она такой хулиган мировой политики, но только хулиган на сегодняшний день опасный, с дубиной, который может нарушить территориальную целостность государств, международно признанные границы, отторгнуть, придумать какие-то там совершенно ложные поводы и тем самым, так сказать, дестабилизировать весь мир. Но я не люблю геополитику. Я думаю, что на сегодняшний день выигрывают, вы знаете, те, кто все-таки, пусть наивно, но верил в возможность солидарности просвещенной части человечества. Вот несмотря на рационализм, например, европейских элит, несмотря на трусость ряда европейских государств, несмотря на очевидные экономические бенефиты, которые получали ряд европейцев и политиков, и даже государств от сотрудничества с Россией, то эта война вдруг продемонстрировала невероятную солидарность всех перед лицом общей угрозы. Вне зависимости от убеждений, обстоятельств, национальных языков, границ и факторов. Это очень важное обстоятельство. Недавно, вот я говорил о поляках, которых еще недавно обвиняли, причем это были технологии, выработанные в Кремле и Лукашенко, когда их пытались обвинить в ксенофобии. Они не пускали купленных там этих, ну, туристов, если вы помните, из Сирии, которых они к белорусы привозили к границе в Польшу. И вдруг поляки демонстрируют чудеса человеческой эмпатии. То же самое делают и другие страны, все. Вдруг Европа превращается в то, чем она является. В объединение народов, которое солидарно двигается в будущее. В этом смысле это бенефициары, без сомнения. Для меня это главные плюсы. Плюс, конечно, на наших глазах выигрывают украинцы, которые, наконец, оформились окончательно в единый народ, с единой мифологией, с единым пантеоном героев, с тем, что у них появляется общее представление о будущем. И это очень много. И по итогам войны, мне кажется, как ни странно это прозвучит, если она закончится таким образом, что Россия окажется в точке сборки новой, ну какой-то, пусть очень длительного процесса изменений, то и Россия выиграет. Потому что в нынешнем виде у России шансов нет. Она погружается, на мой взгляд, в пучину мрака, агрессии, мракобесия, чудовищных перспектив, которые, ну, ничего хорошего самим россиянам не несут. В этом смысле, мне кажется, что перспективы все равно есть. Огромная страна с колоссальным прошлым, историей, она не может остаться в этом болоте. Вопрос только времени, когда она из него выберется. Это мое глубокое убеждение. Но, повторюсь, сегодня размышления о России для меня выглядят плохо. Я чувствую себя, честно говоря, каждый раз, когда я об этом говорю, дискомфортно, потому что убивают украинцев. Сегодня жалеть и помогать надо украинцам. Когда они
закончат войну, когда их перестанут убивать, и они начнут, я убежден, перспективное и благополучное развитие и стремление в будущее свое осуществлять будут, вот тогда нужно приступить к разговорам о России в том виде. Ну, я, во всяком случае, о себе говорю. И в этом смысле война, безусловная трагедия для украинцев, это в некотором смысле еще и окно возможностей, потому что они получили того президента, который консолидировал вокруг себя общество, который занял то самое место в пантеоне героев, безусловно, героев, я иного слова здесь не нахожу. Я Конечно. Знаю, что вы с Владимиром Александровичем некоторое время поддерживали связи. Вот ваша оценка действий руководителя украинского государства в эти два месяца войны? Человеческая? Ну, он... Как оценка украинца? Ну, он абсолютный герой. Мне кажется, Украине невероятно повезло. Невероятно. Я, знаете, это опять же спекуляция, но мы же с вами разговариваем. Такого рода разговоры предполагают личные точки зрения. Я убежден, что если бы на его месте оказался любой из его предшественников, это было бы иначе. Кто-то бы просто подписал капитуляцию день на второй. Есть такой президент, который сбежал и живет в России. Кто-то бы продал бы, мне кажется, за деньги и подзаработал бы неплохо. Кто-то бы испугался и ушел бы в изгнание. Кто-то бы договаривался как-то там разговорами, так сказать, с Россией. И только Зеленский отказался уезжать из Киева, несмотря на протокол, существующий в подобных случаях и требующий вывести лидера страны из-под угрозы, несмотря на многочисленные предложения западных лидеров. Он уже на второй день произнес эту фразу, которая вошла, так сказать, в историю, когда ему предложили транспорт для того, чтобы его вывести. Он сказал: мне не нужен транспорт, мне нужна амуниция. Вот. И дальше он с тех пор, два месяца, ежедневно выступая, подчас по несколько раз, демонстрирует две вещи, которые не свойственны современным политикам вообще. Я уже не говорю на постсоветском пространстве. Ну, а в России такого лидера так очень давно не было, а вот который мог бы эти качества продемонстрировать. Но даже и в мире. Мне кажется, что это сделало Владимира Александровича лидером на сегодняшний день мирового масштаба. Он глобальный лидер, это человек, у которого есть, если вот так вот и будет дальше сохраниться, репутация, которая позволит ему стать человеком, способным разруливать в будущем, я надеюсь, счастливым, когда он уже перестанет быть по конституции президентом и так далее, разруливать международные сложнейшие конфликты. И вот для этого, я убежден, будут использовать. Так вот, эти два качества, которые он продемонстрировал, не свойственные большинству политических лидеров, это первое, это сочувствие, которое просто нельзя сыграть, нельзя подделать. Он сочувствует людям, он эмоционально сопереживает. И это видно. Он удивительно эмоциональный человек, для которого война в его стране – это личная трагедия. Не политическая удача или неудача, а личная человеческая трагедия. Это первое. И второе, это то, что вытекает из вышесказанного, это его личное мужество. Ну, представьте себе лидеров, которые, ну, то есть не выходят из бункера, окруженного там тысячами тысяч охранников высокоточным оружием. Этот человек ходит по улицам Киева. Да, там вокруг несколько ребят, хорошо выглядящих, с автоматами. Ну, а что? Его можно там накрыть снарядом там при желании и так далее. И он не боится. Он ходит. Он приходит в больницы, он заходит в дома, он ездит в Бучу. Он абсолютный лидер своей страны. И не случайно президент, у которого была поддержка примерно в 30% перед войной, сейчас обладает ресурсом поддержки в 95% населения Украины, вне зависимости от того, за кого они голосовали. А Украина – сложно устроенная конкурентная демократия. Мягко говоря, несовершенная, но конкурентная демократия. Александр Ефимович, вот процесс разруливания, да, того, что сейчас происходит, он, безусловно, завязан и на президента, но и на переговорщиков. А как вы воспринимаете саму перспективу переговорного процесса? Потому что я видел, что подключиться к нему Роману Абрамовичу пришлось
в том числе и с вашей подачи в некотором роде. Я не знаю, как это происходило, может быть, вы расскажете. А с другой стороны, там участвует и министр культуры, бывший российский, да, историк, как он себя квалифицирует, Владимир Мединский. Вот эти две фигуры, на ваш взгляд, они способны привести к тому, чтобы результат был достигнут, чтобы это оказалось действенным? И, строго говоря, почему выбор пал именно на этих людей? Ну хорошо, Абрамович не является, насколько я понимаю, частью официальной переговорной делегации, но тем не менее. Вот Мединский и Роднянский, ваш опыт общения с ними, о чем он говорит? Ну, смотрите, первое, в отношении перспектив мирных переговоров, но они все сводятся, на мой взгляд, к одному человеку, тому, который начал войну. Точка. Если этот человек посчитает для себя возможным продать итоги предстоящего мирного разрешения конфликта как победу своему народу, таким образом, чтобы не произошло обрушение его электорального рейтинга, может быть, мир возможен. Но в условиях, когда из областных центров в Украине захвачен только Херсон, далеко не самый крупный, везде украинская армия, сопротивляясь, еще возвращает населенные пункты. Российская армия несет огромные потери и в живой силе, и в технике. Украинская армия с каждым днем укрепляется, будучи поддержанной огромным количеством стран, вооружающих ее. И перспективы войны на самом деле для российской армии неблагополучны, на мой взгляд. То есть украинская армия обладает моральной силой, ну, естественно, которая, они сражаются за свой дом, которая позволяет собрать, ну, очень большую и очень мотивированную армию. А россияне не знают, за что они воюют. И не побеждают сейчас, пока есть силы. Мне кажется, вот все сводится к тому, в какой момент, во-первых, до какой степени первое лицо Российской Федерации понимает в деталях, что происходит. Ну, то есть, доносит ему ли все то, что происходит во всех не самых приятных новостях. А второе, до какой степени он в состоянии, он и его команды, собственно говоря, как я говорю, продать возможные результаты мира своему населению, если вы еще примете во внимание, что в России усилиями пропаганды последних лет сформирован крайне правый радикальный сегмент, требующий войны до победного конца, и вообще, так сказать, захвата всей Украины, уничтожение его как государства, и они не принимают никаких мирных договоренностей, и они-то естественным образом давят на людей, принимающих решения, то, вероятно, добиться мирного разрешения будет очень несложно, очень нелегко. Это будет сложнейшая задача. То есть все зависит пока от состояния дел на поле боя. Подавляющее большинство украинцев, которых я знаю, верят в то, что только победа на поле боя может принести надежный мир. Это первое. Второе. В отношении людей. Ну, слушайте, я принцип формирования кадров в Кремле не понимаю. Почему был назначен Владимир Мединский, не знаю. Понимаю, что, вероятно, он на одной волне с президентом. Они оба любят разговоры об истории. А президент в последнее время превращает свои публичные выступления и, как, судя по высказываниям международных политиков и личные встречи с международными политиками, в небольшие лекции по истории, прочитанные им в тех вот книгах и учебниках, которыми он пользуется. И, вероятно, как один из авторов подобного рода книг, Мединский, наверное, является собеседником на одной волне. То есть вот эта идея несуществовавшей Украины, созданной якобы Лениным, могла прийти в голову людям, ну вот только вышеназванным людям. Она на самом деле требует, с одной стороны, девственной белизны в знаниях об истории страны, а с другой стороны, ну такой политической, угла зрения политического. Поэтому почему был назначен, не знаю. Не думаю, что это плохо или хорошо, потому что, повторюсь, решает все равно один человек. И имеет значение возможность руководителя переговорной группы разговаривать с этим человеком. Если у помощника президента Владимира Мединского есть возможность разговаривать с первым лицом страны, ну тогда он справляется без сомнения со своей задачей.
Что касательно Романа Абрамовича, то он появился там скорее по инициативе украинской стороны, потому что, будучи разочарованными в тех переговорщиках, с которыми они сталкивались и разговаривали на последние годы, два года, в ходе Минского процесса, украинцы попросили кого-то, скорее всего, как они сказали, из бизнеса, кто бы, с одной стороны, обладал возможностью донести их позицию в чистом, не, так сказать, искалеченном, искаженном виде первому лицу, а с другой стороны, который поймет то, что ему будет говорить украинская сторона. Роман Аркадьевич Абрамович в этом смысле идеален, на мой взгляд. Он может донести, повторюсь, он же не участник официальной позиции, он принимает участие в разговорах, он принимает участие, как я понимаю, в процессах, он встречается со всеми, это было признано на всех уровнях. Но, зная его и так сказать, действительно поучаствовав в привлечении его по просьбе украинской стороны, я могу сказать тоже, что он обладает тем, что мало про него знают люди со стороны. Ему он не безразличен, он очень переживает. Это смешно звучит, я знаю, когда говорят о богатых, властных, могущественных людях, но для него это принципиально важно. Для него важно остановить войну. Поэтому я не человек, который может говорить, может ли он, делает ли он это искренне, или потому что у него есть какие-то собственные задачи. Задачи есть у всех. Но я знаю то, что он пытается вместе с другими остановить войну. Если у них это получится, они будут достойны благодарности, потому что перестанут погибать люди. Вот, собственно, и все. Александр Ефимович, мы уже час в эфире. Кстати, зрителям очень рекомендую сейчас подписаться на наш канал, поставить свои лайки и поделиться потом этим видео. Я очень благодарен вам за этот развернутый ответ. Это действительно важно было услышать. Вот звучит такое словосочетание, первое лицо, но у каждого из нас, я позволю себе еще три коротких вопроса, хорошо? У каждого из нас есть свои первые лица, наши близкие люди, наши друзья, и наверняка у вас колоссальное число людей, которых вы можете назвать друзьями, оставшимися в России. Случились за эти два месяца такие невосполнимые человеческие разочарования? Нет. Нет, у меня очень многие друзья повели себя сходным со мной образом. Очень многие протестовали, высказывались. Многие уехали. Оставшиеся тоже либо протестовали, либо хранят гробовое молчание, но тяжело переживают. А те, про кого я знал, что им будет особо тяжело, которые боятся, я знал про них заранее, поэтому никаких разочарований нет. Еще один вопрос. Что будет с теми проектами, которые были в стадии выхода в России, которые пришлось, видимо, оставить? И что с фестивалем «Кинотавр» в конце концов? «Кинотавр» в этом году не пройдет. Мы будем обсуждать, я с коллегами, с кем-то, его судьбу, как быть дальше. Я не представляю себе в нынешней стране фестиваль «Кинотавр», праздник кино, красную дорожку, красиво выглядящих женщин, идущих. Особенно сейчас война идет. Знаете, там это же еще юг, Сочи, и там несколько сотен километров убивают людей. А тут звезды кино прекрасно. И главное, читают приветствие президента. Дорогие кинематографисты, вы собрались в город. Как это? Это невозможно. Поэтому «Кинотавра» не будет. В будущем не знаю. Если меня не... Без меня он, наверное, может существовать в каком-то виде. Или не «Кинотавр», какой-то другой фестиваль. Они же там объявляли, что-то хотят делать. Но это непростая задача, между прочим, делать кинофестивали. Я 17 лет занимался «Кинотавром». Поверьте, это сложно. А в отношении проектов, очень многие проекты остановились и умерли. А какие-то, которые были почти готовы, завершит мой коллега и партнер, который закончит их и выведет куда-то, так сказать, в жизнь. А я с российскими проектами в том виде, в котором они существовали в России, распрощался. У меня есть та часть моей компании, которая существует на Западе, я ее развивал последних несколько лет очень интенсивно. Я буду развивать международные проекты, в том числе имеющие отношение к России, российской жизни, естественно, Украине и всем событиям, о которых мы с вами сегодня говорили.
И последнее. Как вы смотрите в целом вот в горизонте дня сегодняшнего на будущее российской киноиндустрии, если эта ситуация, трагическая ситуация, ну, некоторым образом законсервируется на период сопоставимости с тем, что мы наблюдали в случае Афганистана? Ну, как я смотрю на будущее ресторанов, точно так же. Ну, обслуживающий персонал будут подавать блюда. Я сказал жестко, я не верю в то, что сегмент, тот сегмент кинематографа, который в начале нашего разговора я назвал художественными высказываниями оппозиционных авторов, будет существовать в России. А это был главный кинематограф России последних 25-30 лет. Вот в нем жили великие Звягинцев, Сокуров, тот же Балабанов, те же молодые ребята, там, Балагов, Коваленко, Битогова, они жили в нем. Те же там Хлебников, Попогребский, Меликян, ну, все лучшие отечественные кинематографисты. Будут работать те, кто благодарят. Вы знаете, я всегда вспоминаю, я когда-то потряс на одном из российских праздников кино, кинематографист, который, выйдя получать награду, поблагодарил не папу с мамой, не съемочную группу, не актеров, не коллег, там, не ничего, не сценаристов. Он поблагодарил «Русское оружие», которое вдохновило его на подвиг. Это был автор фильма «Т-34» Алексей Сидоров. И вот, вот такие будут делать кинофильмы. Ну, такое время. Да, пожалуй, вот тот сегмент независимого кинематографа, он, наверное, сможет существовать и без привязки к какой-то географической. И дай бог, чтобы удача сопутствовала всем этим людям. Я верю. Я крайне благодарен. Я думаю, что российское кино может существовать в изгнании. Я очень благодарю вас за то, что присоединились к нам и что поучаствовали в этой беседе. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. Всего вам доброго. С нами был кинопродюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский. Этот разговор важен для понимания того, как живет сегодняшний мир, сегодняшняя Украина, сегодняшняя Россия и что мы в конце концов натворили. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Напоминания о наших трансляциях, делитесь этим видео, оставляйте комментарии. Это очень важный элемент в продвижении видео. Чем больше комментариев, тем больше просмотров. Чем больше просмотров, тем успешнее наша деятельность. Не забывайте об этом. Теперь мы выходим в 17 часов. Так будет впредь, в последующую среду, в последующую пятницу и вперед. Обратите на это внимание, о новостях мы узнаем в итоговой информационно-аналитической программы «Воздух» на канале «Ходорковский Лайв». Здесь же в эфире программы «Вдох-выдох» мы слушаем тех, кто говорит и расставляет акценты. Делайте выводы, берегите себя. Я, Стас Крючков, прощаюсь с вами. До новых встреч. Удачи.